Друзья, всем привет, с вами Александр, и я уже приготовил два обзора на американские манежи от компании 4Moms. Один манеж у нас называется Breeze 5 Go, другой 5+. И два отдельных обзора на эти манежи есть, и я хочу сделать небольшое, совсем короткое вот это видео, чтобы показать вам эти два манежа прямо рядом и показать непосредственно отличия, потому что это один и тот же манеж, просто немножечко в разных комплектациях. Вот смотрите, это у нас 5 Go, а 5+, он отличается именно наличием вот этого второго этажа для ребеночка, в котором вы можете укладывать спать младенца. И, соответственно, также в комплект входит еще вот такой вот пеленальный столик, который откидывается. Здесь крепления, кстати, все очень такие крепкие, мощные. Сейчас, секундочку, посмотрим, что у меня там так. Вот я же вам говорил, крепления очень такие серьезные. Откидывается в сторонку, можно повесить его. Вот, собственно, второй этаж у нас для маленького ребеночка. А подрос, соответственно, все это убираем, и превращается у нас это все в обычный манеж, в который также вы можете докупить мягкий матрасик и использовать как кроватку для старшего ребеночка, для подросшего уже, например, из первого этажа. И вам мобильная кроватка, которая, вот, в принципе, спокойно убрали на полку, в шкаф, в гардеробную, куда угодно. Можно, естественно, все это сложить и взять с собой. Вот, собственно, и вся разница между этими двумя прекрасными, как по мне, очень качественными манежами. Это вся разница. Соответственно, все, что хотел вам рассказать, я рассказал. Вот отличие. Вот, извините за такую непрофессиональную съемку. Вот. Но если остались вопросы по манежам, можете задавать их в комментарии. А я хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор манежа для вашего ребенка. И удачи, пока!